В эту субботу, 6 июня, с Землей сблизится потенциально опасный астероид 163348, размер которого оценивается в 250-570 метров. Считается, что он подлетит к Земле в этот раз на расстояние где-то 5 миллионов километров, учитывая то, что Луна находится у нас на расстоянии где-то в среднем 400 тысяч километров. Представляете, на каком удалении будет пролетать это небесное тело? Астероид, о котором мы говорим, в общем-то, в ближайшее будущее, но никак Земле угрожать не может. Потому что его орбита на многие уже десятки лет вперед просчитана, и, соответственно, пересечение вот именно с той точки, где будет находиться Земля, не существует. На данный момент летящий к нам астероид не опасен, но не стоит забывать, что небесные тела, способные разрушить Землю, все же существуют. Лилия Талипова, Универньюз.